О, это снова ты. Такое впечатление, что ты не сидел без дела после нашей последней встречи. Я вижу, ты вспомнил меня, не так ли? Но ты так и не знаешь, кто я. Ты даже не знаешь, кто нас познакомил, правда? Зачем ты вернулся сюда? Ты нехороший человек, правда? Меня тошнит от тебя. Картина начинает вырисовываться. Интересно, насколько она точная? Кое-что не совсем вписывается в нее. Или, может быть, мне просто не нравится, как это выглядит. Думаю, наше время вышло, но мы еще встретимся. Прежде чем ты уйдешь, ответь на 4 вопроса. Вопрос номер 1. Тебе нравится делать другим больно? Вопрос номер 2. Кто оставляет сообщение на твоем автоответчике? Вопрос номер 3. Где ты находишься прямо сейчас? И последний вопрос. Цель нашего с тобой разговора. Это пока все. Увидимся. 5 мая 1989 года, Майами, Флорида. У вас одно новое сообщение. Добрый вечер, говорит Блейк. У нас есть для тебя работа, тут отрубили свет. На 24-й улице Северо-Восток, реши эту проблему. Мы уже послали туда одного специалиста, но похоже он не справляется. Выдвигайся туда прямо сейчас, они ждут. Сделай все быстро и чисто. Ну что ж, давайте выдвинемся и попробуем что-нибудь с этим сделать. Я даже не знаю пока что, но надеюсь, что у нас все получится как надо. Глава 4. Напряжение. Ну что ж, выбираем масочку, выбрали и пошли. На, раз. Так, 2, 3. Добили. Так, теперь вы двое. Так, ну ты будешь когда-нибудь идти, нет? Ну тогда получайте, твари. Так, песик, ты. Давай, я жду тебя. На. И вы двое. На, на. Теперь вы. На и на. Готово. Ладно, надо как-то поаккуратнее остальных добивать. Так, здесь их 4. Че, никак не реагируете, ребят? Ну, вообще весельчаки. На. 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 И ты тоже. Все. Всех вырубили. Остался только этот чувак. Как он меня не заметил, не знаю. Но и ты получишь свое. Этап завершен. Отлично. Теперь минус. 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 Так, добить. Все великолепно. Так, здесь надо аккуратнее. Здесь они ходят по кругу. Минус 1 и 2. Так, дальше будет еще веселей. Вышел и добил. Отлично. Вышел и добил. Отлично. Так, дальше бомба, которую надо взорвать. А, мои уши. Как же это было громко. Чертовы уши. Ладно, в общем, вы поняли, что, в принципе, я все прошел. И, блин, это было реально громко. Так, идем к машине. Все. Надо опять что-нибудь похавать. О, привет, рад тебя видеть. Я немного беспокоился о тебе. На улицах стало теперь так небезопасно. Сплошные убийства и всякое такое. Не волнуйся о счете, ты мой друг. Твои деньги не катят тут. Приятного тебе вечера. У меня не всегда получается осмысленный перевод. Я не знаю, что иногда сказать. Точнее, не перевод, а просто чтение субтитров. Но надеюсь, в общем, все нормально. 11 мая 1989 года, Майами, Флорида. У вас одно новое сообщение. Это Дэйв из управления по борьбе с вредителями. Ты нам нужен. У клиента на юго-западе 104 улица завелись паразиты. Разберись с ними поскорее, как ты умеешь. Мы пришлем кого-нибудь еще прибраться за тобой. И не обращай внимания на соседей. Как мы видим, наша девушка уже сидит в ванной там на унитазе. Так что она осваивается, скажем так. Поедем разбираться. Глава 5. Full House. Ну или полный дом. Так.
Минус, минус. И ты тоже. Давай, отлично. Теперь нужно что-нибудь аккуратное Фомкой по башке. Ножичком прирежем. Так, ну, сначала этих проще. Оба, готовы оба. И Фомочкой. Отлично. Так. На, прям-таки в рожу. Так, не будете на меня реагировать, да? Да, да. Че, вообще никак? Оп. Минус. Минус один, минус два и три. А четвертый что-то не пошел за мной. Ну и ладно, сами догоним. Фомочка штука хорошая. Вот тут, кстати, буковка Е лежит. И вообще, надо будет, наверное, показать всем вам, где что лежит. Ну, наверное. А может, не надо, не знаю. В принципе, роликов полно. Так, минус. Второй тоже. Третий, иди. Четвертому сейчас тоже трындец. Пятый, шестой. Давайте еще кого-нибудь. На, даже нюх. Я убил троих, он даже не посмотрел его в сторону. Так. Кто из вас опаснее, даже не знаю. Давайте возьмем дробовик и преувеличим всех. Бамс, бамс, бамс. Готово. Все, покрошили, так сказать. Что у нас здесь? А, вот тот, по-моему, с пушкой нет. На всякий случай выделим его. И... Ну, конечно, гребаная дверь. Ладно, этого. Чувак, вообще, вы его только что друга убили, и он даже не заметил этого. Как так вообще можно быть таким безалаберным? Ладно, возьмем сковородку. Со сковородкой мы в безопасности. Так, выходим и направляемся к машине. Отлично. Добрый вечер, как дела? Выглядишь немного рассеянным, что тебя беспокоит? Знаешь ли, мы живем в беспокойное время. Клиентов у меня за последнее время поубавилось. Может, они все резко разлюбили пиццу? Может, пора закрывать заведение раз и навсегда? В любом случае, вот твой заказ. Осторожно! Мая 1989 года, Майами, Флорида. У вас одно новое сообщение. Привет, это Дон из отеля Blue, ты нам нужен сегодня. Наш сотрудник с ресепшена отпросился, живот заболел. А к нам сегодня приезжает несколько випов. Постарайся, чтобы они чувствовали себя как дома. Это твоя главная задача на сегодня. Торопись. Ну что ж, давайте поторопимся. Какой-то странный уборщик. Хотя почему мы его заметили? Ну, потому что его, наверное, до этого здесь не было. Ну окей. Глава 6. Успешная зачистка. Убираем масочку. Так, что у нас здесь есть? Дофига оружия, это круто. И чувак в сортире, которому не повезло. Так, что здесь, ресторанчик? Ох ты ж, как вас много-то, ребят. Ну, ты, скорее всего, умрешь первым. Минус, там сразу несколько, кстати, минуснулось еще. Так. Упс, не попал. Ну, зато теперь попал. Оба-на. А он злой. Минус. Так, аккуратно и этого. Ну. Отлично. Ты еще жив там? Все, готово. Всех клиентов убили. Берем оружие. Поднимаемся наверх. Вылезаем в окошко. Опять уборщик. Только уже, кстати, другой. Тот блондин был, этот рыжий. Вот здесь, кстати, находится Ай. Ай-яй-яй. Минус, ребята, минус. Готов. Еще один. Все, убил, да? Вроде да. Так, а надо еще последнего. А, черт, через стекло не пробивается. Ну так, готово. Отлично. А борщ, кстати, убирается вообще беспалевно, так, знаете. Не заметив, что мы тут натворили. А мы сваливаем отсюда.
Так, в кинопрокат что-нибудь посмотреть взять надо. Опа, старик, рад тебя видеть. Ты уже в курсе новостей про убийство? Теперь это совершенно секретно, не говори никому. У меня есть друг, который служит в полиции. Он сказал, ходят слухи, что это дело рук ни одного человека, это может быть целая банда. Группа преступников в масках, убивающие русских. Прямо как в кино или что-то типа того, правда? По-моему, это просто здорово. Да, на вот тебе любое кино на твой вкус. Все за счет заведения, друзья, для того и существуют. Взяли? Сели? Поехали. 23 апреля 1989 года, Майами, Флорида. У вас одно новое сообщение. Это Хэри из руководства. У нас проблемы. В кооперативе на 112 улице Юго-Востока заварушка. У одного из жильцов прорвала труба и залила всех. Скоро затопит весь дом. Надеюсь, ты разгребешь это дерьмо как можно скорее. И не осторожничай там со швабрами. Ну что же, будем убираться, так сказать, что я могу еще предложить. Глава 7. Соседи. Так. Сходим в дом. Не. Минус. Так, наверное, лучше этого. Толстого, я помню, мы можем, по-моему, только с дробовиков убивать. Да, нет, так, нет, лучше все-таки дробовик на всякий случай взять и шмальнуть. Отлично, минус. Так, ох, как вас много, ты сразу набежала. Ну как ты выжил-то? Ладно. Ну, тебя, я думаю, не составит сложности. Да, отлично. Так. Что-нибудь помощнее взять или все же... Вот здесь Энн, кстати, лежит. Так, куда нам? Ага, вот сюда. Так, следующий этаж, и на, раз, два, песик жив, пока жив, здоров, но ненадолго, три, так, аккуратненько, четыре минусуем, жирный, на, минус, кто еще жив, минус два сразу, минус три, этап завершен, отлично, выходим отсюда вниз, угу, так, ждем, ждем, пока они как-нибудь встанут, минус, минус. Получаете прям в морду. Так, кто-нибудь еще здесь рядом есть? Есть, есть, да, вот ты есть. Воу-воу-воу-воу. Но нет, успел, убил. Так, стоп, а кто здесь еще? А, нет, все, никого нету. Ой, не туда. Так, сюда. Да, последний этаж, видимо, я надеюсь. Минус раз. Два патрона на него потратил как-то многовато. Ну ладно, заберем дробовик. Минус. Минус. Второй. И вот этого толстого надо вынести сейчас как-нибудь. Да, дверями он не вышибается. Не. Сволота. Планы немного изменились. Телефонной компании работает один шутник. Почему бы тебе не пойти и не попытаться поговорить с ним по душам? Ты понимаешь меня. Северо-западная, 342-я улица. Скорее, уладь вопрос. Бегом, бежим, нам сообщили, что у нас еще какое-то задание есть, и теперь мы, видимо, будем выполнять больше одного задания или нет, не знаю, но... Воу, по-моему, здесь как-то уже прибрано, скажем так. Ну, ладно, будем надеяться, что все будет нормально. Оу, клюшки для гольфа можно взять, круто. Так, бежим, 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 бежим. Нам куда? Угу. Нам, видать, нам сюда. Ты мертвец. Воу, 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 воу. Тише, 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 парень, тише. Воу, хрена ты шустрый. Ух ты ж, мать его. На, тварь. Так, так, тихо, 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 тихо. Тихо ты. Блин, он меня поджимает, ребят. Ох ты ж, мама.
чуть не умер. О, кажись, прибили. Этого не может быть. Это не может закончиться сейчас. Не так. Я уже совсем близко. Получай. Кажется, шарик полетел далеко. Ладно, идем к машине. Это что-нибудь можно нажать, кстати? Нет, нельзя. Ну и ладно, что он там искал, мы не знаем. Но что-то как-то тут прям совсем жестоко. Ладненько. Давайте выйдем отсюда. Итак, мои дорогие друзья, я, кажись, прошел эту миссию. Добро пожаловать, сэр. А как вы себя чувствуете сегодня? Выглядите не вполне хорошо. По правде говоря, я тоже немного не в форме. Что-то такое в воздухе, я даже не знаю. Просто у меня такое дурное предчувствие, как будто... Как будто сегодня вечером случилось что-то ужасное. Я не чувствовал этого с тех пор, как приехал из Сан-Франциско. В любом случае, мне это не нравится. Так как насчет выпить? Я угощаю. Ну, собственно, выпили, побродили по туалетам, и на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока!